это самая короткая пресезонка. То есть у нас на подготовку там в районе чуть больше месяца, но если еще отнять дни на восстановление, восстановительные дни, то в целом она получится где-то 20-26-25 дней. Это очень короткая работа, но тем не менее мы, я думаю, должны сделать все, что мы запланировали. Плюс надо сказать, что у нас есть новички команды, которые необходимо максимально короткий, сжатый срок влить состав, да, и влить не просто поставить футболиста, да, а необходимо каждые требования тактические, что необходимо в тактике, что необходимо в перемещениях без мяча. Это, ну, очень большая работа, потому что я очень надеюсь, потому что парни качественные, я думаю, что большие профессионалы в плане того, что как взаимодействовать с партнерами. Мы все разные, да, и кому-то нужно отдать плотнее передачу, кому-то на ход, кому-то нужно отдать недодачу. То есть вот эти все нюансы мы должны вставить в эти 25 дней. Вот в этом сложность, но это же интересно. Поэтому будем двигаться дальше.